Здравствуйте. Думаю, кто тут стучит? А это муха. О, зашла. Представляете? Зашла в цех. Это хорошо. Я не ожидал, друзья. А, на улице шумно. Заходи и ты. Иди. Иди. Шарик. Заходи. Ну, что ты назад выходишь? А, там, друзья, шумно. Она начинает... суетиться, короче. Шо ты? Туда-назад определяйся. Друзья, у нас тут опять апрель. У нас тут апрель, да? Или май уже. Капец. Ну, заходи, выходи уже, ну. Муха, никто тебя не оставит в беде. Поняли? Со всех сторон надо. Ух ты ж, мой влажный носик. Влажные носики такие. Шо ты мечешься, муха? Что ты мечешься? Вокруг меня ходит. Ходит вокруг меня. Девочка такая. Что? Будешь заходить? Заходи. Только не выходи. Ну так, видите, друзья, сейчас что-то пролетело. И она вот начинает сегодня это несколько раз. Я наблюдал, она... Господи. Ой, как это уже все. Девочка, не бойся. Что-то летит и все, и она начинает бегать, короче, туда-сюда, туда-сюда, там ляжет, туда побежит, там спрячется. Мотается, короче, боится очень. Иди сюда, иди, не надо никуда идти, иди сюда. Иди сюда, иди, не бойся. Я говорю, иди сюда, муха. Вот так вот, все. Она уже неуправляема, как говорится. А Шарику хоть бы шо, да? Ты ж мужик. Ты мужик, да? Ты музык. Ты музытек. Правильно. Такой тоже трусишка. Трусишка, зайка серенький. Ты трусишка? Балдеет на солнышке, друзья. Сегодня погода, конечно. Сейчас я гляну, сколько... 3 градуса тепла. Ну, думаю, на солнышке побольше. Наверное, 7 градусов 6. Ну, а февраль, наверное, будет точно лютый. Потому что зимы как таковой не было. Вот. Муха, 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 муха! Иди сюда! Где твоя девочка? Иди ищи ее. Зови ее сюда. Муха! Не хочет. Не хочет. Сегодня и тут спала, и там, и туда, и пряталась, и... В общем. Вот она. Вот она прибежала. Прибежала девочка, припевочка. Не надо никуда прятаться, бегать. Будь здесь. Будь здесь. Ну, будь здесь. Нам тут попривозили. Видите, я когда-то рассказывал, что у нас тут постоянно такой бардак. Вот сейчас опять какую-то палеты привезли, какие-то деревяшки старые на дрова. И поэтому тут беспорядок постоянно, друзья, постоянно. Там, видите, такой маленький узкий проходик, она вот там за фанерой пряталась, бедолага. А сейчас вот сюда прибежала, забилась. Девочка, ну все уже позади, позади все. Да, да. Ты такая мордашечка красивая. Не может сфокусироваться телефон, друзья. Я его так уронил, блин. Что-то вообще с камерой теперь фокусируется долго. Ты такая девочка. Глазки такие добрые, умные. Ты такая крошечка наша. Не бойся. Ничего не бойся, хорошо? Не надо ничего бояться. Хорошо? Она не дрожит уже, значит, все хорошо. Она вот такая вот у нас дама. С характером. Шарик, где ты? Шарик. А тут убежал. Оставил тебя. Убежал. Захочешь, заходи в цех. Там печка. Тепло. Мы там все растопили, друзья. Ну, там, знаете, они что не хотят. У нас же там шумно тоже. Станки работают.
Мы-то молотком стучим. Дрель, болгарка, все у нас там кипит, бурлит. Поэтому это тоже одна из причин, чего они не хотят заходить в цех. Ну, особенно, естественно, муха. Поэтому вот как-то так. Никто не против, чтобы они там грелись, чтобы они там находились. Вот. Ну, хотят, заходят, хотят, не заходят. Кушают то здесь, то там. Так что все у них хорошо. Есть и будет обязательно. Вот солнышко зашло. Солнышко зашло, заходит и сразу чувствуется. Вот. В общем, друзья, заказал бандаж сегодня. Буду ждать бандаж на спину. Долго искал, там спрашивал у ребят, какой лучше. Да, они все, в принципе, на липучках там стандартные. Есть варианты. Он пошел прятаться. Хоп, вот там вот они вдвоем сегодня облюбовали там это место. Мы сегодня вон фанеру выгружали. Они там друг к другу притулялись, грелись, поддерживали. Есть там два вида бандажа. Ну, как бы там смысл у них одинаковый. Поддерживать там. Есть на липучках, ну, в основном на липучках. Заказал на липучках, посмотрю, что там, как оно будет. Потому что, блин, спина – это серьезная вещь. Да? И вот такие вот девочки – серьезные вещи. Ну, чтобы братики и сестрички, блётики и сестрички. Как мне хочется тебя расцеловать, девочка. Наверное, как-нибудь, как? Расцелую тебя всего. Да? Мух. Все равно глаза у него такие и печальные, и в то же время озабоченные. Ну, неспокойные глазки у нее вообще. Ладненько, отдыхай, девочка, отдыхай. Не буду тебя беспокоить. Она и так сегодня обеспокоена этими всеми бесконечными ситуациями. И также же большинство животных. Даже за людей молчу. Стресс для всех. Пока живы и здравствуют нормальные, адекватные люди, все переживем. Будем друг друга поддерживать, все переживем. Все, друзья, поддерживайте друг друга в трудных ситуациях. Не забывайте благодарить Бога за все. И не забывайте о братьях наших младших, меньших. До новых встреч.